Міський голова Одеси Геннадій Труханов прокоментував нещодавні обшуки в мерії і у нього вдома. За словами мера, дії детективів Національного антикорупційного бюро були цілком обґрунтованими і у межах закону. Він особисто готовий до співпраці з антикорупціонерами. Для того і существують правоохоронні органи. В даному випадку ми говоримо о Національному антикорупційному бюро України, яке в рамках своєї компетенції проводить роботу. Я считаю, что это абсолютно нормальные процессы, контролировать работу государственных органов, органов местного самоуправления, чиновников. Поэтому, если есть вопросы, если есть желание проверить и проконтролировать принятие решения детским городским советом, деятельность меня как детского городского головы, я открыт для общения, я открыт для дачи любой информации, любых данных, для того, чтобы была проверка и сделаны выводы.